Участие в многочисленных проектах, акциях и конкурсах позволило молодежи Чимыкского сельского поселения стать первыми по итогам реализации молодежной политики на территории района. Поблагодарить за активную жизненную позицию и поздравить с лидирующим местом в Чимыкскую приехали Управление по делам молодежи и Центр «Портал». В стенах Центра культуры и досуга они устроили грандиозную дискотеку. Сегодня для чимлыкской молодежи мы проводим дискотеку «Молодежный рай» под патронажем главы нашего района Александра Александровича Садчикова. Это замечательная программа с играми, конкурсами, замечательными музыкальными номерами. Конечно же, сегодня мы подарили для чимлыкской молодежи. Как и положено в канун Нового года, на празднике в Чимлыкской были и мерцающие огнями елка, и хороводы, и подарки, и симпатичная Снегурочка, она же ведущая шоу. Вот так вот и выбывает у нас из игры «Зайчик». Координатор работы с молодежью Чимыкского сельского поселения получила в этот день подарок и грамоту за подписью главы района. Ну а для молодых людей лучшей наградой стали отличное освещение, хорошая музыка, креативные конкурсы и прекрасное настроение. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».